7 июля 2019 год, Харьков, Фельдман Экопарк, начинается с выставки ретро-автомобилей. А что ты думаешь, что это дерево? Это дерево. Посмотри, даже на руле накладки, видишь, разделили, чтобы полностью. Я думал, пластиковая подмена. Нет. Нет. Я тоже думал, что это пластик. Реально полностью под деревом именно забацали. Вон оно и потрескало. Видно, блин? А, да, да. Сучки, я вижу, сучки. Как это мешать? Да, сейчас такие по городу надо можно. Хорошо, красавчик. Ты смотри, салон кожаный вообще. Такое, блин, мечтать можно. Полностью торпеда, блин. Убедительная просьба на машины. И в машины не садиться. 21-й. Ух ты, инвалидочка. Да, какой диванчик, блин. Я на Шевченко возле армянской церкви видел. Инвалидка, да, смотри, как солнце. Газ, 24-й газон, на него заперли под капот с газона 53-го движок. Торчит такой монстр. Бля, на таких Сталин катался, эмка. Надеюсь, он не в салоне. Ну, вот это на ретро-автомобиль вообще не похоже. Электро. Дохан. Да, ну вот тебе и 24-очки. Вот в такую, блин, взяли, вперли, вот так прям торчит движок, ну с 53-го. Представляешь, как он выпирает. Это недавно было в этом, на площади Свободы тоже было. Выставка ретро-автомобилей. Ну там поболее. Там же и эти были, но еще. Ну своим ходом добираются машинки, между прочим. Знаешь, сколько стоит его восстановить? Не хочу знать, расстраиваться зачем лишний раз. 29-го года Ford. А деда считаешь, что 29. Я думаю, ничего, тебе ты спец. А на Героев труда стоял этот Импала. Шевроле Импала 59-го года. Не видел никогда? Долго, несколько лет стояло. Сейчас уже нет. Что ты так давно был, что этого еще не было? А я сюда никогда не заходил, мы туда заходили. О, вон того в маске не было. Ну я тоже давненько был, наверное, пару лет назад. Ты видишь, хорошо, что с утречка еще не особо много народу, а тут пройти. А, да, уже почти 12. О, эти. Тут перекрыли, ты представляешь? Знаешь, с той стороны видно, выпустили уже в летний вольер. А где наши детки? Да, здесь где-то. Стопудово к детям пошли. Попугаев дразнить. Ну, попугай, это ж практически как призыв, попугай. Вон еще один ретро-автомобиль. Без движка. Мне вот эта обезьянка нравится. На Лаврова похоже, не кажется тебе? Ага, есть кто-то. Внешнее сходство. По телефону говорю. Подожди, а здесь же тигры были, львы. Спят они, что ли? Может, от Сталина наоборот? Так,
то ли от жары попрятались. Нет, серьезно, тут львы эти бегали. Я увидел. Вот они. Ага. Вижу я тоже, да. Где хоть животные, а то одни скульптуры. О, черные лебеди. Вон они. Кто? Карпы красные, вон, слава. А, вижу. Черные лебеди. Говорят, что черные лебеди это только в Австралии живут. Ну, раньше черные лебеди только в Австралии были. Англичане думали, что они не существуют, что это фигура речи. Пока до Австралии не добрались. Не, карпов что-то не видать, на объектив не ловятся. А, вот он. Подлодка, подлодка, бах. А там, гля, вообще вверху узо плавает белое. Ну, такой стиль, наверное. А это кто тут? Они пропали. Я хочу посмотреть на кошачьих. Кошачьи тут красивые, только вот что-то я не вижу вообще. А, это же морец толкает. Яблочки лежат. А, ну я. А, вон он. Вон, смотри. Какая сумка, блядь. Это мать. Ладно, Фельдман парк, 7 июля 2019, Харьков. Лемурчик из Мадагаскара. Белок в колесе я насмотрелся, вот обезьян в колесе. Это что-то новенькое. Обезьяны, давайте повернемся к маме. Котя, смотри на маму. Где мама? Смотри на маму. Ну это практически как у нас во дворе. Побежали. Макака японская. Снял, да. Как они определили, что она японская? Дома я с ним говорила. Они по-японски говорят? Japanese макака. Просто качели. Это не я сказал. Европейская лань. Вот это да. Какие рога. А тут некоторые люди.
ноги. Гусы без роги. Сейчас, давай. Что такое? Что это за его вот так бьют, его. Звучит как утка или я не знаю. Селезень какой-то. А он, смотри, кушает, кормит. Мама кормит. Ребеночка, ты видишь, сынок? Привет. Ты видишь, Танюш, он кормит мама этого? Кто они там, господи, теленки, лосенки, малыша. Лоненок. С лоненок. Муха, Даня. Или ну, это не так, такой кондиционер. Или нас отгоняет. Смотри, смотри. Да, такой карликовый олень. Мы поедем, мы помчимся. Так, 7 июля 2019, Харьков, экопарк Фельдман. Пошли дальше. Красота. Мне интересно, как за счет при эволюции вот этот хвост может помогать выживать? Это ж просто. Ну, ну да, ну в джунглях вот такая байда. Для красоты, для байда. Продолжения рода. А если хищник нападает? Ты представляешь, такая штуковина за тобой телепается? Не убежишь? Они летают. Они летают? А что не закрытые клетки? Они же летят. Они летают. А в природе говорят вообще самки невзрачнее, чем самцы. Селезень у утки. Самцы красивые должны быть, чтобы она внимание обратила. У нас в жизни наоборот почему-то. Мы были здесь, они хвосты раскладывали. Да, сейчас что-то не дорогался. Распушил. А вон он, смотри, ну только то не павлин. Не, вот там дальше, за дерево спрятался. Распушил хвостик. Не, сейчас не видно за дерево. А вон я сейчас попробую. Что ты скользишь? А, он уже спрятал. Это походу это подсобное хозяйство, наверное. А? Да, смотри, он индюк. Вообще. Здравствуйте, товарищ. Да, я видел, да. А он с хвостом распушил. Вот, это орать надо. Спасибо. А где ты не то будешь? Девочка, ну как же? Так. Вон он, 7 июля 2000. Принеси перо. 19-й Харьков. Вон он, красавец. Не поймешь, задом он к тебе стоит или передом. Не, вот сейчас передо, видишь, морда стоит. А, да. Ого, вот это видно. Вообще красавец. Как специально позирует. Ты... Они вот там стояли. Ой, блядь, еще это рисует. Вообще корова. Да. Не, серьезно, а где он там живет в джунглях? Это ж цепляется этими перьями всеми за какие-то лианы.
Не, ну понятно, раз выжил, значит, оно что-то чему-то помогает. Это же олененок Бэмби. Красавцы. 7 июля 2019 год, Харьков. 7.07. Ведьма накопает. Что ж ты там такого кушаешь вкусного? Лежат перед тобой какашки какие-то. Безотходное производство. Да, постригли их, видать. Да, нет. Понятно. Ну, вот так. Он же уж громадина, господи. Какие груды плоти. О, да тут вообще-то рядышком. Ты постоишь тут, я встречу. Ну да, молодец, и в профиле, в фас. Пострили, такие они были волосатые, что прямо караул. А сейчас голенькие. Может, их в армию забирают. У верблюда два горба, потому что жизнь борьба. Не укусит, а такой не укусит, целиком глотнет. Там что-то достраивал. У меня есть он и какая-то и живность. А там уже лошадки пошли. Ну ладно, пошли еще искать локацию. Сейчас с этого сниму, но этот дрыхнет. 7 июля 2019 Харьков экопарк. И этот дрыхнет. Да что же такое? Сиеста у вас. Это что, гиппо? Не, это пума, наверное. Пантера. Пантера. Пантера плямыста. А он, смотри, наверху лежит. Да, я же говорю. Покажи. Пума. Пантера плямыста. Нет, пантошек. Смотри, пантера плямыста або леопард. Как-то не уверена. Нет, решетку снимают, пантеру снимать не хочет. Что там оружие было? А мне себе не знаю, что там. Соня, Сема, Сема. Красавец. Юля. Не приведи господи с такими открытой природой встретиться. Ты тут у них сам лежал. Карахал. Карахал на карахал. Смена закончилась, ушел. Каракал, каракал. А что там?
Ничегось. Африканский лев. А что-то я не вижу ни львов, ни тигра. Вот там еще тигр был далеко. Пошли посмотрим, я льва хочу увидеть с тигром. Я думал, павлин распушил хвост, а это просто скульптура. Спой, птичка, не стыдись. Павлин так кричит, да. Прям как в мультике. О, вон он лев. Нарешті. И опять же самец куда симпатичнее, чем самка, да? Не надо так делать, сейчас жена меня будить сейчас начнет. Звуки. Котенок. Как котенок. То, в принципе, да. Но я надеюсь, что он не захочет. Подмигивает. Класс вообще. Пошли, я иду за ним. Пошли. Красота. Вообще. О, самочка проснулась. Красивые глаза такие. 7 июля 2019 год, Харьков. Это уже образливо. За что-то кто-то образился на гире. Так, где все разбежались. Ладно. Сейчас будем искать. О, что-то получилось поймать. Желто-блакитный попугай Ара. Совершенно патриотический национальный цветофлаг.
вообще аквапарк Харьков 7 июля 2019 года. Тут попугайчики помельче. А Ара — это самый крупный попугай в мире, насколько я знаю. Синий желтый Ара. Так все-таки не желто-блакитный. А вот это новозеландские или какие? Где их паспорт? Это он тебя передразнивает или ты его? Филиппинский кокоду. Филиппинский кокоду? Не, это, наверное, не. Ох ты, красавец. Ух ты, а как с таким носом можно жить? Это карлик нос. Балабан, это какой-то это балабан. Попугай. Вообще, как с этим можно жить? Сирано де Бержерак какой-то. Не, серьезно, а как он летает с ним? Или он не летающая птица? Лады, надо еще кошачьих посмотреть. Вниз может. А наверх царапается пешком. Красавец. Ну что, залетишь вверх? А кто это такая? Здоровенное кошение. Сейчас. Он удобно сделали. Подмыть и сразу туалет. Ну понятно. Почему одно недалеко от другого? Ой,
Смотри, не кольца на правой ноге, а головой. Если не потеряются, то там может информация. А у зрителей собрал. Ой. Он подпевается у нас. Может, он по-русски не понимает. Давай что-нибудь на английском. Похож. Он даже в ноты попадает. Ну давай еще, сынок. Такое что-нибудь, он, видишь, подпевает. Давай. А раньше не свободно. Вот это да. Ты посмотри, бронтозавр какой. Я думал, это скульптурки стоят. Ну да, да. Черепашка по имени вот сами из Китая, такая вот крутая. Вот это да. Черепашка. А там он день сурка какой-то. Сурок Тимка наш. Хомячок. Вот это грызунчик. Ого, ничего себе. Это бобер, по-моему. Да не, это что-то. А вон там что-то написано. Это, там что-то написано, надо прочитать. Кроме того, что берегите конечности, я так понимаю. Шпароносная черепаха. Прям поносно. А, смотри, там он гонка за лидером идет. Сначала пойдем, а потом я тебя подержу, чтобы ты все видел. Смотри, смотри, она ее преследует. Пошли через недельку вернемся, узнаем, кто победил. Ох ты, боже мой, какие они огромные. А их там целый выводок, вон смотри, сына. Вон видишь в том конце. Вы наблюдаете морских черепашек. Вон там живет морская черепашка. А там скрепалась морская черепашка. И тут приходит в голову одна мысль. Здесь морская черепашка по имени Наташка. С очками из Китая. Такая вот крутая. Прекрасно. Где этот малыш спрятался? Ну, его гоняют, чтобы он разминался, видимо. А смотри, там черепашка захватывает территорию. Сурка. Черепашка отдала. Да что ж ты так прячешься? Черепашка отдала территорию. Тун-т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 ун-
Карбас? Название говорит, что будет немного какать. Топинамбур, да? Капибара. Эскобара. Пабло Эскобара. Так это же морская свинка. Я уже пел.
О, да вон еще. А, так они же есть, да? Слышишь, какое они здоровое. Не понял, они что, копытные, что ли? Парнокопытные. Да не, вроде не копыта. А я не видел их в прошлый раз. А, вон там сейчас надписи есть, сейчас почитаю. Капибара або водосвинка. Капибара. Какие бары там делают пирамиды? Вот, смотри, таблеточки. Напівводний травоїдний совець. Єдиний представник у сімействі. Громадные, конечно. Свинки. О, господи, мы тому носу удивлялись. А ты посмотри здесь какой. Какой кошмар. Как они с этим живут? Так ты кенгуру. Я тебя не распознал сразу. Кенгуру. Ну вот, опа. Не, а что, если бы тебе так высоко клали яблоки и пищу, ты бы тоже запрыгал. Стой, я хотел поснимать. Где твоя сумка или подсумок хотя бы? Как тебя зовут, чудо-птица? Фельдман Экопарк. Да-да, не Господи, и ты такая носатая. Да что же у вас тут всех по роговому наросту отбирают? Ты посмотри, какой огромный клюв. Красота. Это такие разведчики вышли. Два разведчика вышли. Это патрульная полиция. Парами ходят, видишь? А он свинки. Я хочу вас спросить. О, медведь. Так, в правом углу ринга. Смотри, сидит. Смотри, как. Сынуля, иди смотри, тут бокс. Смотри. В правом углу ринга в синих трусах медведь бурый. В красном углу ринга в черных трусах такой. Ну, когда будет гонг? Покажите, где вон косолапый номер один выходит на ринг, а потом прячется в углу. Кстати, мы когда здесь были, то не делали. Красота. Серьезно. Косолапый один выходит первым на ринг, но что-то засомневался и пошел. Ой, сколько там навоза. Это ты мне хомячка в прошлом году продавал, да? Маленький, пушистенький. Сколько там навоза. Да, а куры, ты видишь, тут гуляют просто. Да ну тут подсобное хозяйство. Он... Смотри, он свиней сколько. Не, ну там не только свиньи, там и посетители есть.
Голубей гоняют. Голубей чем кто? Голубой гоняет голубей. Свинька. Он там находит, покупать еду сюда заходить. Вот это хряки. Ты громадные какие у ребята. Первый косолапый. Пытаюсь убираться с другим косолапым. О! И там не берем. О, гепарда. Леопард. Это же это. Пули. Ягуар. Это пули. Левина Марта. Где-то он должен быть каем-типом. Ну что ж ты отвернулся, красавец. Это пули в Львиной Марке. Где-то должен быть этот символ. Да, как-то прошли не понятно. Символ сейчас. Вообще красавец. Да птица, ах ты. Вот там погода, смотри. Мяу! Я мяу! 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 Смотри, какой глаз. Что, ты хочешь, чтобы он подошел к тебе? Да. Или на спине покатал? Ну, киса. Классно, вообще обалдеть. Какие кошачьи красивые все-таки. Сейчас подойдет. О, красавец. Зевнул. Прямо в камеру. Молодца. Вау, он пошел. Я говорю, заходите мне. Как неожиданно. О, погнали его ловить. Погнали. Охотники были охотники за привидениями, где охотники и гепардами я убила. Уважаемые родители, пожалуйста, не кормите животных едой. Солнышко ушло. Это может пагубно отразиться на их здоровье. Наши питомцы получили сбалансированный корм. Это было классно. Симпатичных обитателей контактного дворика, которые выпрашивают съедобные подарки, только как знак внимания гостей. Кто-то что-то пилит. Да. Которое можно приобрести возле центрального входа в Фигмон Экопарк. Это овощное ассорти, наиболее полезный. Ух ты. Скакуны. Спайдермен. Вот, как собачка. Были, да. 7 июля 2017. А вот там они были, по-моему. 2019 думала, год в Харьков. Плавает. Понял, она белая.
Такого одного на удочку цепанул. Пойди сюда. Пойдем, где мама? Половину залезла и все, и устала. Теренс на полпути. Мама родная, ты посмотри, сколько их там. Пап, я буду их доплевать. Он справа от тебя, смотри, какой там. Ну давай я схожу. Морде не касаю. Палец. Ты ее напугала, я же видела. Да разве же это большие? Ты помнишь ту, которую мы сегодня увидели? Сбежит. Так, по-моему, дождь начинается. А, так он не под водой плавает. Смотри, как красиво, когда она под водой. Босоногая тропа, ощути мир босиком. Что-то... Круто ты шо? Тебя не видно. Не, Танюха напугала, видишь? По камням можно пройти. Для тех, кто босиком никогда не ходил, для них можно... Да подожди, может там еще какие-то. Там сучки есть. Какие-то, там, галька, раз... Не, ну массаж ногам хорошо делать. Вот это мне нравится, именно вот это. Крупная галька. Да, видишь? Это что, сейчас раз и круг, и обратно, что ли? Не, ну есть еще вариант заблудиться. Сейчас тут вряд ли заблудится. Будем идти вниз, там озеро будет. Так, тут другая дорога. Где хорошие здесь. Мебельные. Это ж тут всяких энцефалитных клещей. Так реально. Надо... В дубравах они ж, да? Я сорвал цветок, он увял, я поймал мотылька, и он умер у меня на ладони. И тогда я понял, что прикоснуться к красоте можно только сердцем. Словацкий поэт. Не впечатлил меня словацкий поэт. Глубиной мысли, о, сено. Удобно. То, что от лошадок осталось, наверное. Да. Представляешь, сейчас вот этот лев какой-нибудь здесь за кустом сидит из зоопарка сбежавший. Да, да. А это как Янукович. О! А, это наоборот надо, в горочку. Под пенькам. Это, то есть, с него пример взяли. О, вот это точно для... О, по шишкам. Да, они уже мягкие, уже раздавили все. Сюда сосновые надо было накидать. Ай-яй-яй. Да. Да не, не колятся вообще. Вообще не колятся. А шо, на что же они жаловались? Больно, больно. Так они же еще и легкие, это же не наши сотни килограмм. Что уже воткнуло что-то? А вот, Янукович. И вот каждое утро я вот так бегаю.
Да. Это для ленивых, наверное. Сейчас зарабануться тут еще, конечно. Ну что, оригинально, молодцы. Ну да. Все просто ходить, бродить, а так это... А это кто сдался и пошел, например. Тут вынос раненых. Тропа для выноса раненых. А это еще что такое? А, это типа... Типа этого? Да бог его знает. Частокол малопонятный. Не, массажеры хорошие такие, по ногам пройтись. Не то, что ух ты, ах ты, но вот именно... Высоко все. Похоже на это, как это? Как, типа, мол, бесстыдница, знаешь, есть такая, в Крыму растут такие деревья, без коры. Как это они называются, странно, не помню. Ну, натурально, вот как если с этой кору снять, так то же самое. А, ну вон, ты видишь, как оно ходится. Угу. Это уже, по-моему, для развития вестибулярного аппарата больше, чем для того, что... Массаж делать. А, что это было, да? Я не смотрел, но слышал название этого фильма. Ну, а вон уже и озеро. Кто-то не добрался, не дошел. Как можно было потерять шорты? Ладно, тапки. О. Все-таки не все добираются до конца тропы, очевидно, да? И как назло, моего размера нет. Пожди, я на это, на спираль попробую залезть. Красота. Высота, красота. Да, босиком, конечно, уже не помню, когда я последний раз ходил. Оригинальная идея, молодцы. Люди, как озеро! Класс! Какое-то озеро! Хороший водоем! Как хорошо! Да, озерцо. А ты видел на улице культуры
какие яйца динозавра лежат. Не видал никогда? Как раз на пересечении проспекта Науки и улицы Культуры. Там такие, ну, метра, наверное, 3 высотой. Там дальше, где дом Слова. Да, приличный такой. Приличное яичко. Тут никого нет, уже все вышли, наверное. Где-то они тут ехали. Об этом лучше не думать. Слышишь, по темноте здесь, наверное, некомфортно ходить. Там тоже яйца. Что-то я не помню. Мы, по-моему, все больше и больше удаляемся. А, вон поворот. Сад камней. Ну, поэтому, наверное, аж ходить не получится. Это типа лабиринт. Ну, дойду я или не дойду? Ты посмотри, там шорты теряли, а тут уже люди юбки теряют. В конце, до чего мы добредем. Это спираль просто. Ой, звучит угрюмо. Пошли к Маше, может они уже отбатутились. К нашим девчатам, мальчатам. Я понимаю, если бы, знаешь, там где-то через крапиву надо было бы пройти. Шиповник. Да я тут пожелание. Вот так вот. Навпростеть. А, ты думаешь, это так? Конечно. Ну вот эти пирожки. Ну прыгай. Вы против струи прошлись. Ну повод я так, что не А вот и вторая половина. Походу долго раздевался. Да может это квест, надо собрать комплект вечернего платья. Ботинки были, шорты были. Блузка была. Справа и слева. А, вот тебе эти. А, вот это крапива, да? Да, это крапива. Ну тогда не надо туда ходить. Босоногая тропа. Нет, туда я не полезу. Там еще кто-то живет, по-моему. Именно по свински. Какой кошмар. Ух ты, ой. А вот это реально. А вот это уже реально больно-больно. А вы трите их об камни, так они наоборот считают. Ух ты. Вот это импликатор Кузнецова. Поналипало. Да, это хорошая идея. Сначала по грязи, сначала по грязи. Для острых ощущений битое стекло, да? Не хватает. А вот тебе и сосновые шишки, ты как раз просил. Что, оказывается, разминка была, да? Ну да. А, вот ты. Сначала завести куда-то в чащобу, а потом уже... Ух ты, мама дорогая.
Ой, ай! Ух! Да, не, вот это уже ощутимо. Ой, фу. Слушай, ты больше ничего не желаешь. Пожелал сосновых шишек и на тебе. Да, ну тут чтобы шишки везде были. О, это не, это было сурово, честно говоря. Керамзиты шишки, да. Керамзиты шишки, это было больно. А вот, ну все, мы уже песочек, керамзит, контрастный душ. В конце там где-то еще цемент был. Видишь? Я предполагаю яму без дна. Так, 7 июля 2019 год, Харьков, экопарк Фельдмана. О, все, сердечко. Добрели. Живы-здоровы. Красота.